Всем привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы заглянули сегодня ко мне на канал. А мой канал о парфюмерии, и меня зовут Лена. Сегодня у меня два ароматика. Это заказ с магазина «Духи РФ». Эти ароматы оставьте во флакончиках. А если вам интересно, оставайтесь со мной, и я вам о них расскажу. Первая парфюмочка, ребят, я заказала остаток во флаконе, но я так понимаю, что это пришла тестерная мне версия, и, видимо, она будет без крышки. Почему я это поняла? Да потому что это Moschino Toy 2 Bubblegum. Посмотрите, этот, ну вот я так поняла по коробке, что крышки здесь не будет. Но у меня, ребят, у меня есть беленький мишка. Он у меня уже оказался без крышки, потому что мои животненькие с ней разобрались однажды. Поэтому он у меня стоит без крышки. У меня есть уже черный мишка, мужской ароматик. И сейчас я захотела себе остаточек. Я давно его хотела, если честно, Я очень много отзывов слышала на этот парфюм. Читала про него, слушала, что говорят девчонки, что это жизнерадостная жвачка во флаконе. И именно такого позитивчика я и жду, дорогие мои. Ну что, будем распылять? Ой! Знаете, сначала какой-то цитрусовый старт пошел. Прям апельсины. А сладко! А засахарено все. Не знаю, ребят, мне цитрусы. Вот прям море, гора цитрусов идет. Прям апельсины сладкие, сахарные. А теперь появляется какая-то, знаете, действительно жвачка, что ли. Как это объяснить? Прям вкуснятина. Там, ребят, и черника, и, по-моему, персики, и розы, и чего там только в пирамиде в этой нет. Ну как это вкусно, как это сладко. Ребят, это вот правда, знаете, у меня сразу улыбка до ушей. Ну потому что, ну это просто позитив, ну это реальный позитив во флаконе. Я, вы знаете, недавно была в магазине. Хотела его затестить, хотя уже заказала, он уже ко мне шел. Но у нас почему-то его в магазине, ну, во всяком случае, я прошла и Летуаль, и Ревгош. Ну, Сефора у нас закрыта оказалась. Тоже, ребят, я в шоке, представляете? Проходишь опущенные жалюзи, и вот написано, магазин временно приостановлен. Ребята, сколько там парфюмов стоит? Боже ж ты мои! Насколько они приостановили, непонятно. Но, ребят, ну у каждого парфюма же есть срок годности. Это мы с вами десятилетиями храним, да, аромату-то ничего не делается. Но а магазину-то, если срок годности выйдет, парфюм-то продавать нельзя, ну, по сути. То есть, представляете, сколько добра там вот просто похерится, скажем так. Ну это вообще, ну, это уму непостижимо. Кому хуже, вот непонятно мне. Ой, ребята, какая-то вот химозина выплывает тут. И сладко, и химозненько. И мускус появляется, и деревяшки. Ну вот правда, ребят, ну детская поливашка, ну вкусняшка, ну суперняшка, ну вот просто няшка. Ребят, ну ни к чему не обязывающая. Я считаю, что, ну не знаю, вот мускус тут выплывают, деревяшки, наверное, все-таки стойкость будет приличная. Кто-то читала, пишет прям, ой, там за час-два слетает, дай бог с ним. Ой, ну какая позитивная штучка, ну просто прелесть. Ребят, 40 миллилитров во флаконе, мне этого будет вообще выше крыши, под настроение. Меня вот уносит, знаете, вот под настроение даже Le Petit Robe Noir Guerlain Intense.
Вот там тоже вот все сахарная вата, по-моему, там тоже черника или ежевика, уже не помню, какие там ягоды. Вот что-то меня туда маленько. Только там, конечно, немножко все такое поглубже, там такое с миндалем все равно, с вишней чувствуется замешано. А здесь позитивочка, веселушечка, легкотюшечка, вот такая вот детская поливашка. Блин, мне нравится. А что, я должна только брутальными какими-то парфюмами? Нет, вот такая штучка тоже имеет место быть. Ребят, следующая парфюмка. Но я вам скажу тоже, если Bubblegum я когда-то давным-давно тестила, а не смогла затестить, вот сейчас ездила на данный момент, то этот аромат я не тестила вообще. То есть я его чего-то не встречала, во всяком случае. Это Donna Karan. Ой, Tempted какой-то. Да. Короче, не буду я его вышептывать. Вот не хочу я коверкать. Я не знаю. Ну, у меня камера все равно показывает по-другому. Если что, я в инфобоксе пропишу. Ребят, это бордовая, я не знаю, как назвать, вроде бы и на яблоко-то, я не знаю, похоже, ну, наверное, это ассоциация как бы с яблоком, да, не знаю, вот там тоже тут название, это я говорю, ну, Betempted, Donna Karan Betempted, не знаю. Ну, тут даже наклейка, что это тестер, да, ну, мне придется все-таки, я ее потом аккуратненько сыму, мне она не нравится, вот. Ребят, ну, флакон, вот приколюха же, вот приколюха. Но здесь, по пирамиде, я уже жду такой более, скажем так, все-таки глубокий аромат, но со свежестью, потому что в пирамиде здесь заявлено яблоко, хотя, по-моему, красное. То есть красное яблоко, это значит сладкое яблоко, как по мне. Вот, поэтому здесь все-таки больше глубины, я такой вот ожидаю. Ну вот, давайте я все-таки нанесу его. Ой, как он сначала пшикнул, аж брызнул куда-то в сторону. Тоже остаточек 40 миллилитров. Ну, ребят, ну флакон. Какая, ребята, роза здесь выплыла сразу же мне. Прям вот роза. Ассоциация вот с чем-то красным, с красными ягодами, с розой. А лакричника сколько здесь. Знаете, такая сладость, вот эта вот припыленная, припыляющаяся сладость, я ее называю, вот от лакричника. Для меня вот, ну, как-то так вот звучит, припыленной сладиночкой. Лакричника здесь много. Сладко тоже здесь. Ой. И ванильненько здесь. Слушайте, в пирамиде там пишут, по-моему, вот ладан или мира, пишут мира. Но, по-моему, это что-то сродни ладана, ребят. И вот эта нотка ладанная, я прямо ее сейчас уже ощущаю. То есть хорошо, он тогда базы сразу же у меня раскрывается. Смотрите-ка, что. Ой, ладанность, прям ладанность эту слышу, прям вот церковную такую ладанность. Ой, как это красиво, ребят. Кто-то, знаете, на фрагрантике сравнивал его даже с Трезор Ля Нюет Ланком. Ну, я вам скажу, ну, что-то, да, что-то, вот что-то сродни, да, того. Но только здесь действительно вот эти, знаете, если Ля Нюи, он такой, скажем, прям вот сладкая позитивщина, то здесь вот за счет, видимо, этого ладана, я вам скажу, какая-то такая прям насыщенная терпкость слышна. Ну, вы знаете, вот такое вот какое-то бархатное звучание. Почульки здесь слышу.
Ой, ну красота, ну классно. Ребят, ну здесь, я говорю, здесь уже, знаете, вот эта улыбка не тянется. Сладко, конечно, достаточно сладко. А с первого пшика, слушайте, наверное, будет громко, стойко, я так думаю. Ну и ноты здесь такие, да, закрепляющие почули мира. Первый старт мне сразу же пошла роза. Ой, как красиво, как красиво. Ребят, ну не разочарована. Вот этот парфюм полностью слепую. Этот аромат давным-давно тестила, вообще не обращала внимания, не помню. Но ребят, да, ой, довольная. А урвала же остатки во флаконах, ребят. Остатки во флаконах пока еще, как говорится, можно урвать бюджетненько. Прям, ну, очень-очень, меня прям, слушайте, ну, вот этот Дона Каран меня прям впечатлил. Я прям не ожидала. Я думала, ну, будет маленько, да, такой, как бы, все равно база у него насыщенная. Думаю, будет такой, как бы, плотный. Но не ожидала, что он именно такой прям, ну вдумчивый, очень женственный. Не легкачок, вообще не легкачок. Вот прям густота и бархатность в нем такая присутствует. Наверное, он немножечко, может быть, еще и припудрится, потому что там в пирамиде фиалка написано. Но и сейчас уже начинает маленечко, знаете, такая легкая пудровость появляться. Я говорю, ну, древесных ноточек здесь тоже положили нам мал-мала. Знаете, есть отголоски листьев черной смородины. Есть, ага, немножечко черной смородины. Ну класс, ребят. Я опять довольна, как слон. Я говорю, цены выросли, а я вот все, что по хорошей цене, ребят, хватаю все. Мне кажется, что это вообще когда-то куда-то все это исчезнет, что этого мне не достанется, и мне это все надо. Ой, ну это вот прелестюшка-сладюшка. А этот какой он интересный, блин, ну что-то, да, 40 миллилитров, наверное, может быть, конечно, мне и хватит, но, ну, блин, такой он хороший, можно было бы, наверное, и сотку брать. А здесь вообще в этом яблоке интересно, сколько, что-то тут на самом яблоке-то не написано, а сколько вообще-то, тут пишут, видите, что 40 миллилитров остаток, ну-ка. Остаток 40 миллилитров. Даже не скажу. Ой, ребят, подождите-ка, наклейка-то есть. О, я ничего не увижу вообще. Тут вообще ничего не видно. Ну, в общем, грубо говоря, у меня 40 миллилитров. Ну, красота. Красные ягоды. Роза, пачули, мира. То есть, я говорю, вот ладанность присутствует. Древесные нотки, смородиновый лист, лакричник. Ой, ну прелесть, как я это все люблю, как я это все обожаю. Так что, дорогие мои, присмотритесь, остатки во флаконах можно брать. Да и от Леванты можно брать бюджет. Ну, кто-то не любит пользоваться от Левантами, кому-то обязательно нужны флаконы. Ну, довольно опять как слон. Красоту себе урвала. Так что, дорогие мои, буду разнашивать, буду включать свои подборочки. Ну и первый за тест. Вы знаете, а здесь какая-то кислинка. У Маскина появляется какая-то кислинка. Не знаю, что это кислиночку там дает. Ну, наверное, ягодки делают чуть-чуть кисленьким его. Тоже не такая, я вам скажу, и прямо штучка-веселушка-то. Ну, раскрывается-то вон, что и кислинка появляется, и горчинка. Ну, классные, я довольна.
Дорогие мои, давайте обсудим в комментариях, у кого есть эти парфюмчики, как они вам, что вы по их поводу думаете, сильно вам Москина там детская поливашка или все-таки он потом на коже разыгрывается и становится более вдумчивым, как особенно вот Донна Каран вам. Ребят, ну я его не видела, но я говорю, яблочек этих зеленых, каких-то желтых, всяких разных, там море, но вот это вот, по-моему, может, я не присматривалась, не знаю, в следующий раз в магазине обязательно посмотрю. Но я говорю, ну в этот раз я была в магазине, я его не видела. В оба магазина заходила, не нашла. Класс, вкуснятина. Я вам тем временем желаю только вкусных парфюмочек. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Жмите пальчик вверх, колокольчик, чтобы быстрее мои видео до вас доходили. Я надеюсь, что я, как говорится, вам рассказываю, доношу о парфюмах. Не призываю никогда покупать это тоннами и коллекциями. Это я больной человек, это я свернутая на этом деле. Просто присмотритесь, протестируйте в магазине, может быть, из этого всего изобилия найдется именно ваш аромат, ваше парфюмерное я. Когда вы купите себе соточку, поставите на полочку, будете с удовольствием целый год, а может и больше, пользоваться. Поэтому я надеюсь, что все-таки я это делаю не зря и повествую вам, рассказывая о своих ощущениях от парфюмочек. Напишите мне в комментариях, как вы думаете, зря не зря я тут вещаю. Ну а на этом у меня сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся.